Да что ты, черт побери, такое несешь? М6 Студио и не тот анимативы представляют. Привет, я Николя. Какое автор сценария «Королева Гатини» и «Жан-Жак Сэмпэ». Я почему? У-ля-ля, вас надури. Ой, чупели, чупели, чупели. Ой, чупели, чупели, чупели. Ой, чупели. Was wollen wir trinken? 7 Tage lang. Was wollen wir trinken? So ein Durst. Was wollen wir trinken? 7 Tage lang. Was wollen wir trinken? Gut, gut, nicht mehr, nicht. Сиреневый помпон у меня привязан к золотому шарику, но в то же время белый помпон тоже привязан к золотому. Но это кажется на первый взгляд, потому что белый помпон привязан к красному шарику, а сиреневый помпон привязан к красному тоже. Как так? Но он же и к золотому привязан. А если потянуть за красный шарик, то поднимется золотой шарик. Но сиреневый помпон к красному шарику и золотому, а белый только к красному. И при всем при этом их ничего не соединяет. Deep forever, listen my whistle. Come give me a chill. Deep forever, what you put my... Нет? Слышишь, зацени, какая труба. Вау! Вау! Черная! Как в американских фильмах. Нибудь сейчас срет, сидит такой. Плюс фобия просто. Чаня, прости. Прости, пожалуйста. А все уже. Что все? Все уже, все. Что все? А надо было раньше просить. Так я же сразу извини. А все уже. Что? Я видел, как ты раз как... Но это жиза, это мои хорошие жиза. Когда ты такой как бы... ну ты точно на меня не обижаешься? Да нет, конечно, не обижаюсь. Ну давай, ладно, поцелую, да. Зай, слушай, а вот... Пошел нахер! С его помощью вытаскивали громадный грузовик со сломанной осью из канавы. Если что, и может пробиться через... А ведь кто-то, кто смотрит, стопудово так же залетит. А мужики, знаешь, как делают? Ножкой так, пальчиком, носочком так. Трынь, трынь, трынь. Смотри, вот смотри, вот. Смотри, сынок, ща будет жиза. Смотри, вот я тебя вангую. Давай, не подведи. Молодец какой. Ну, как бы бывает, да. Как бы, да, пророк. Называйте меня пророк Алексей, да. Пожалуйста. Гарик, а вот скажи мне честно, как ты думаешь, чей поцелуй слаще, мужа или любовника? Мужа. Вот еще ни одна женщина мне не ответила, не знаю. Короче, поставил от коронавируса. Так, блять, вот моя точно ответит, что не знаю. Алло, я тебе сейчас задам вопрос, ответишь, ладно? Вот смотри, вот чей поцелуй слаще, мужа или любовник? Мужа. Какой-то плохой тест, не считается.
прививку. Итак, в семье. Сын, иди сюда. Это ты мать ударил? Нет. О, надо сказать, что ты. Вот тебе сколько лет? 8. А мне столько дадут. Скажешь? Ладно, только тогда те конфеты в шкафу ты нашел и съел. Так это ты съел конфеты? Я должен продолжить с ней разговор, но так, чтобы это выглядело естественно и не вызвало у нее подозрений. Ça commence bien, il peut jouer que des chidori. Казу заскамился казу, Бог любит троицу, ем евробаксы. Поливай фуме горилки стаканчик, тихо я повторю это. Помню, как меня убило в третьем, тут есть искаты, поросил силой ты. А сегодня у нас в гостях человек, при жизни ставший легендой. Народный артист Советского Союза, Украины, России, даже Чечены и Ингушетии. Лауреат Государственной премии СССР и премии Ленинского комсомола. Человек признанный, известный, авторитетный, мэтр. Слушай мой совет в формате МТИ. Варил пельмени, посмотрел тикток и нашел лайфхак, то что берешь вот эту вот крышку от кастрюли, ставишь вот сюда, ну и она якобы будет держаться, вот типа... Грешно ли заправлять Бентли 92-м бензином? Ну что я могу сказать? Грешновато. Закро, Кагеюс. Начинается игра, я открываю титр смерти. Вписал пять никнеймов в строчку, все умрут от реквиема. Взял СЦ по первым пикам, ни о чем не сожалею. Ваши слезы и страдания делают меня сильнее. Залетаю на мид, летит койл за койлом. А ты настолько бездарный, что и не понял, как помер. Están cruel, poner que fluye bien. Por eso hay que volverse un poco trans. Mister trans, 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 se va a hacer bailar, bailar. Ah!
Где же кота? 1000 минус 10.